Hello, boys and girls. Мяу. Здравствуйте, мальчики и девочки. Hello, boys and girls. Привет всем, в общем. Сегодня я предлагаю нам вспомнить все английские выражения, которые мы успели с вами выучить на наших уроках. Итак, давайте с вами вспомним, как же сказать: меня зовут Катя. Меня зовут Татошка. Hello, my name is Татошка. Вот так. Правильно. Здравствуйте, меня зовут Татошка. А давайте теперь вспомним веселую песенку, которую мы слушали на нашем уроке. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? My name is Piggy, my name is Piggy, my name is Piggy, what's your name? My name is Dodi, my name is Dodi, my name is Dodi, what's your name? My name is Piggy, my name is Piggy, my name is Piggy, what's your name? My name is Dodi, my name is Dodi, my name is Dodi, what's your name? А теперь скажите мне, а как же спросить, как ваши дела? Надо спросить, how are you? Правильно, how are you? Как у вас дела? А сейчас, внимание, веселая песенка. How are you, how are you, how are you? I'm fine, thank you, I'm fine, thank you, I'm fine, thank you, and you? How are you? How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. А теперь скажите мне, как спросить, откуда вы? Where are you from? Правильно. Where are you from? А как ответить? Я из Москвы. Мяу. I'm from Moscow. Правильно. I'm from Moscow. Ну что ж, а сейчас вновь веселая песенка. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Moscow. I'm from London. I'm from New York. I'm from Kiev. I'm from Spain, I'm from Russia. Where are you from? А сейчас давайте с вами выучим новое выражение. Как же спросить по-английски, сколько вам лет? How old are you? How old are you? How old are you? Meow. How old are you? Так, а теперь, ребята, повторяйте вы. How old are you? How old are you? А как же ответить на этот вопрос? I'm free. I'm free. I'm 3 years old. I'm 3 years old. Мне 3 года. А если вам 4? I'm 4 years old. Мне 4 года. I'm 4 years old. А если 5? I'm 5 years old. Мне 5 лет. А если 6? I'm 6 years old. А сейчас, внимание, послушайте небольшой рассказ. Hello, my name is John. I'm 6 years old. I'm from Moscow. I have a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother and a grandfather. I like animals very much. I like cats and dogs. I have 2 cats at home. Its names are Барсик and Маркиз. Все эти слова, ребята, вам уже знакомы. Давайте вместе их разберем. Hello, my name is John. Здравствуйте, меня зовут Джон. I'm 6 years old. Мне 6 лет. Это новое выражение, которое мы сегодня с вами изучили. I'm 6 years old.
I'm from Moscow. Я из Москвы. I have a mother. У меня есть мама. I have a father. У меня есть папа. I have a sister. У меня есть сестра. I have a brother. У меня есть брат. I have a grandfather. У меня есть дедушка. I have a grandmother. У меня есть бабушка. I like animals very much. Я очень люблю животных. I like cats and dogs. Я люблю кошек и собак. I have two cats at home. У меня есть две кошки дома. Its names are Барсик and Маркиз. Их зовут Барсик и Маркиз. Ну что ж, ребята, посмотрите, сколько слов мы уже с вами знаем. На следующем уроке мы продолжим с вами изучать английский язык. А сейчас нам пора прощаться с ребятами. Мяу. До свидания, мальчики, и до свидания, девочки. Уф. Пока, ребята, пока. Всего вам самого доброго, малыши.